Настоящую нарколабораторию нашли полицейские в гараже одного из жителей Петропавловска. Там имелось все для выращивания растений, содержащих наркотические вещества, и дальнейшей их переработки. Оборудование в лаборатории было автоматизировано и работало автономно. В помещении хранилась и уже готовая продукция. Оперативники изъяли почти 40 граммов каннабиса, что является значительным размером. Против 40-летнего наркодельца возбудили уголовное дело. Ему грозит до 8 лет колонии.